Вечером в среду неподалеку от остановки «Речка Красная» при столкновении двух седанов травмы получил невиновный в аварии водитель. С места ДТП в больницу на обследование увезли 31-летнего шофера Nissan Bluebird. Объясняться с полицейскими остался оппонент раненого, управлявший «Тойотой Алион». Мужчина рассказал, что на арендованной иномарке вместе с другом ехал навестить родственников. Мужчина двигался по Краснореченской со стороны города и на перекрестке с улицей Строительной собирался свернуть налево. Выполняя этот маневр, мужчина разбил встречный Bluebird, но почему-то считал именно себя стороной потерпевшей. Как я здесь приехал, зеленый был, ожидал я минут, чуть-чуть минут больше ожидал, потом там желтый мазал, потом красный. Я поворачивал, он сильный приехал, ударил. 31-летнего водителя Nissan привезли обратно на место аварии довольно быстро. Серьезных травм при обследовании медики у него не обнаружили. Мужчина только ушиб ногу. С обвинениями оппонента он согласен не был. Автовладелец уверял, что ехал на зеленый сигнал светофора с разрешенной скоростью. Подтвердили его слова записи камер наблюдения, установленных на магазине рядом с местом аварии. На этих кадрах зафиксировано, как шофер Алиона выезжает на перекресток и поворачивает. Через несколько секунд в него врезается оппонент. С другого ракурса светофор видно более отчетливо. Едущим по Краснореченской горит зеленый сигнал светофора. Виновник очевиден. Это 34-летний водитель Алиона. При повороте налево он должен был пропустить все встречные иномарки. Страховой полис ОСАГО у него был, а вот у невиновного участника ДТП такого документа не оказалось. С места происшествия Виталина Кондрахина, Анастасия Манина и Леонид Булдыгеров.